Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить яблочный штрудель. Готовим штрудель, но для начала приготовим начинку. В горячую сковороду засыпаем сахар. Пока сахар превращается в карамель, нарезаем яблоки. Вот такими кусочками. Добавляем сливочное масло и яблоки. Перемешиваем. Добавляем коньяк, орехи и корицу. Перемешиваем. Тушим 10 минут. Начинка готова. Даем полностью остыть. Нам понадобится слоеное тесто. Как его приготовить? Подробный рецепт есть у меня на канале. Ссылка в описании. Раскатываем тесто тонким пластом.
посередине выкладываем начинку. По краям делаем надрезы. Заворачиваем края. Кладем на противень и сверху смазываем яйцом. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. Наш штрудель готов. Достаем и даем остыть. Наш штрудель готов. Перед подачей засыпаем сахарной пудрой. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного чаепития и до новых встреч!